с разминки. Сначала мы растираем с тобой ушные раковины. Вот сделали пальчики вилочкой и растираем. И можно ушки еще вот так прощупать. Промять. Промять, да, промять. Очень полезно. Затем у нас хлопочки по лицу. От, по массажным линиям, то есть от центра к периферии. По скулам, от губ к ушкам, по щечкам и по лобику. Сначала в прямом положении, потом голову кверху и голову книзу. У нас с тобой лимфа начнет работать. Нет, ты давишь, а надо шлепки. Видишь? Вот, вот мы шлепаем себя. Да, вот мы шлепаем. И, ага, поняла. То есть не давим, а вот, вот таким стаккато, шлепочки. И лицо сразу гореть начинает, греться. Да. И по нас все, поняла эффект. Вот. Дальше от корней волос вот так берем и как бы голову ворочаем. И наш скальп, чтобы он у нас шевелился. Обязательно. Все, чтобы у нас вся волосяная часть была подвижна. Промассировали. Да, промассировали. Груди. Тоже с груди. То есть мы растираем одну сторону, другую сторону. Прям растираем, чтобы жар прошел. И тоже, чтобы у нас кожа не прилипалась, здесь не было никаких зажимов, круговым движением. Видишь, уже вот такие вот пошли. У меня это буквально вот пару лет последних. Замечательно у тебя шея, не наговаривай. Все, мы с тобой растерли. Ты сейчас должна ощутить, что у тебя лицо немножко горит. Тепло пришло к лицу. Вот от этих шлепков ты должна ощутить, что у тебя кровь прилила к лицу. Теплое стало лицо. И вот ушные раковины. У нас должно уже быть лицо разогрето перед тренировкой. Все. Начинаем с шеи. Положили руку вот сюда, чуть ниже. Там какая у тебя рабочая, такой положи. Чуть-чуть вниз и чуть-чуть вниз. Положили чуть-чуть вниз и держим. Язычок выставили. И мы... Вот неправильно у нас стулья. Смотри, мы должны сесть так с тобой, чтобы мы именно садимся на косточки, вот на эти женские, и на краешек, чтобы у нас с тобой должна быть амплитуда. Так, сели на косточки, да. Плечики расправлены, ушки над плечами, не сюда и не сюда, а вот над плечами. Руку положили, язычок выставили, и мы должны на 90 градусов ходить, 45 туда, 45 назад. Ушки над плечами, то есть мы не меняем положение головы. Дистанс. 7. Так, молодцы. Вот ты должна почувствовать, что у тебя вот эта платизма напрягается. При наклоне взад вперед, вот эта платизма, ну, может, шея, они у тебя работают. Следующее, также у нас рука остается здесь. Мы губы держим в улыбке широкой и будем наклонять голову назад, но не сильно, не запрокидывать. На выдох, обязательно на выдох, слегка смотри. Сначала посмотри, потом будешь делать. И губы у нас держатся в улыбке, чтобы у нас вот это все было натянуто. Давай, начали вместе. Дыхание забываем. Потому что у нас часто ошибка новичков, не забываем дышать на движение. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, молодец. Смотри, вот, пальцем захватила, да, вот эту мышцу, она, да, у нас, ее даже можно размять, она тоже очень... Да. Ее как тетиву захватила рукой, а пальчиками обняла себя за шею. Прямо с ним, прямо. И также на выдохе будем поворачивать голову в противоположную сторону. Нет, не захватила.
вот эту мышцу ты должна захватить. Вот смотри, ты положила на нее большой палец и обняла себя за шею. И когда ты поворачиваешься, она как тетива натягивается. И так. Тоже всегда надо. И вдохнули носом. Побыстрее немножко. 7. Вернулись. 8. Вернулись. 9. 10. Слушай, ну я устала. Это довольно напряжённо. Получается. Ты потому что пока еще сосредоточена, как вся, а потом ты уже будешь на автомате и побыстрее. Сейчас можно даже побыстрее. Так, положили руку, промяли немножко. Положили пальчик. Обняли себя за шею. Вот она, да, ее надо промять для того, чтобы ее ощутить, чтобы она вылезла. Да, ее промять. Ее нужно хорошо промять, да. Пальчик положила. Да, положила. Вот слушай, ты кладешь палец, а голова у тебя повернута. А надо, чтобы она была у тебя прямо. То есть перед исходное положение у нас голова прямо. Мы кладем, обняли себя за шейку. Вот. Не так-то просто ее нащупать у меня, например. У кого-то, может быть, она выделена, а у меня мне ее нужно сначала понять, где она, нащупать. Ну, для этого ты поворачиваешь. Да. Так. Все, ну, повернула. Ты ее не зажимаешь, ты просто палец просто лежит, не надо ее зажимать. Я на нее уперлась. Просто на нее пальчиком уперлась, обняла себя за шейку и на выдохе в другую сторону. И носиком вдыхаем. У нас с тобой еще здесь прорабатывается еще и овал лица. Вот ты дышишь, 5. Дыши. У нас еще, видишь, с тобой от натяжения еще и контур лица здесь работает. 5, 7, 8, 9, 10. Все, мы с тобой шею закончили. Хотите выглядеть на все 100? Хотите вызывать восхищение друзей и подруг, которые давно вас не видели? Хотите гордиться собой и приобрести полезную привычку на всю жизнь? Если да, то залетайте на страничку моей онлайн-школы, ссылка в закрепленном комментарии под этим видео. Всем здоровья и красоты!